Хочешь первый получать уведомления о моих новых видео? Тогда подпишись. Проверь, что подписка оформлена. Сохрани. Проверь, что колокольчик горит двойным. И все, вуаля, ты подписан и будешь получать новые уведомления. Огромное спасибо тебе за это. Приятного просмотра видео. Всем привет, кто пришел на мой канал и моим подписчикам. Ну что, ребята, будем сегодня проверять телефончик Samsung 1081. Это оригинал, в хорошем состоянии, приехал от Рихардса. Вставляем проверочную аккумуляторную батарею и поехали. Смотрите, сзади крышка вообще в идеале. Так, не закрыл до конца, извиняйте. Есть у нас фонарик. С левой стороны подключение наушников и кабеля зарядки. Закрывается шторка. Здесь у нас петличка для ношения. Ну, классика, стандарт. Давайте смотреть. E1081, Т-моделька называется. Все фотографии с данного телефона будут выставлены в конце видосика. Так что досматривайте до конца и посмотрите все фоточки. Телефон у нас на одну сим-карту, оригинал. Русского языка нет. Но смс-ки принимает на русском языке. Так, время сейчас у нас 14.10. Дата 27.06.2021. Телефон вообще не заюзанный. И клавиши, и дисплей не поцарапан. Такое ощущение, что им вообще не пользовались. Так, ну что, погнали. Наших городских. Вот пришло сообщение. Уникально можливость. Смотрите, на русском и на украинском текст полностью читабелен. Поехали. Что у нас есть? Call. Значит, когда мы звонили, пропущенные, набранные. Это вот я проверял. Так, дальше. Пропущенные. Полученные. Call менеджер. Далее. Фонбук. Телефонная книга, где мы сможем занести телефонные имена и их удалить. Календарь. На каждый день можно сделать какую-то заметку. Вот, например, на сегодня вы заходите и записываете, что вам надо. Телефон сигнализирует в определенное время, которое вы скажете. Дальше. Мемо. Это блокнот, чтобы не забыть. Записи делаете. Мессенджер. Вот смотрите, у нас здесь есть три входящие, отправленные, полученные. Все это настраивается. Дальше игры. Здесь у нас Super Jewel Quest. Это охотники за алмазами. Вот такая вот фишка. Короче, надо собирать одинаковые штуки. Вот, например, раз. И оно на эту штуку падает. Такая прикольная игра, незатейливая. И вот где вы прошли, отмечается желтый, видите? Ну, такая игруха, не требующая сильных навыков, только логика. Так, далее, application. Что у нас есть? У нас есть калькулятор. И видите, выполнено в виде джойстика. Все отлично, вот вам результат. Дальше есть у нас конвертер, меры, величины, громкость, короче, температурные режимы. Все можно сделать здесь. Далее таймер, это секундомер. Вот, выбираете минуты, секунды и считаете stopwatch. Далее touch light on мы включаем. Это у нас фонарик. Если в темное время суток, подсветить замочную скважину или пройти где-то в темном помещении будет удобно. Инфоторазбаги. Это киевстаровский сайт. Смотрите, все читабельно. Я говорю на русском, на украинском, так что проблем не будет. Далее. Будильник. Раз, два, три, четыре, пять. Пять будильников сделано на 5 дней. И колесико настройки. Профили. Выбираем outdoor, самые громкие. Так, теперь можно зайти, редактировать, посмотреть. Первое, это вибрация и мелодия. Можно, например, изменить, сделать просто мелодию. Вот так.
И здесь выбираете мелодию. Выбирайте, какая вам нравится. Также выбираете мелодии на сообщение. Также выбираете гудочки или щелканье клавиш. Выбираете громкость. Вот смотрите, на всех у нас я сделал погромче. Так, далее дисплей, wallpaper. У нас несколько обоев, по-моему, три, да. Видите, если будет вставлена карточка, то будет показана... по-моему, нет карты памяти, да? Random display default wallpaper, да. Короче, или выбрать в любом порядке, неправильно сказал, извините. Моя тема, здесь есть Ocean синяя, потом Skyline белая и Emerald зеленая с желтым. Так, Power Saving Mode, Light, LCD Bright, выбирайте яркость. У нас стоит по норме, поэтому не будем трогать. LCD контраст, Backlight Time, сколько будет светиться клавиши или дисплей. А, Backlight Time это дисплей, и Keypad Light это сколько будет светиться вот клавиатура. Здесь вы выбираете время. Далее, установка времени и даты. По телефону язык, смотрите, ребята, русского нет. Далее, security, установка SIM-лок, пин-кода вставляете. Все это можно сделать в этой данной папочке. Далее, application, network, memory. Так, memory status, phone. Смотрите, видите, в телефоне из 500 занято всего 7. Поэтому память в нем есть. И все это можно сбросить по нолям. Ну, вот такие вот. Вот такая вот Samsung. Так, давайте смотреть. Громкость у нас регулируется клавишей, смотрите, вверх-вниз. Потому что здесь качели у нас нет. Поэтому регулируем вверх-вниз. Вверх это громче. Слышно аж сюда. И есть просто громкая связь. Короче, все работает. И мой код телефона. И версия прошивки делается. Ой. Раз, два, три, четыре. И вот идет версия прошивки E1081. Это версия, когда его прошивали. Ну что, ребятки, все работает отлично. Вот такой вот телефончик. Как их называю, болванчики, на каждый день лежит в кармане, не мешает, неделю держит заряд. Поэтому, если надо классный телефон с белоснежной подсветкой, смотрите, все работает. Можете приобретать. Фоточки в конце видосика. Всем, кому понравилось, ставим пальчики вверх. Ну и комментируем, не забываем. Всегда ваш мистер Good Mobile. Всем пока-пока.